бабушке Тате. Пойдем, София, подождите меня, а? Наши зрители постоянно спрашивают нас про маму и папу Софии Эйвена. Поэтому сегодня, как я и обещала, я решила познакомить вас с создательницей всего этого волшебного царства, а заодно бабушкой Софии Эйвена, хозяйкой их мамы Чихуахуа Молли. Вот вы где? Вот они, мои дети, с нашей бабушкой. Таточка, бабушка. Вот расскажи нашим зрителям, которые постоянно спрашивают, кто же родители Софии Эйвена, откуда взялись такие прекрасные дети, кто такая Молли? Молли, ты же знаешь, прекраснейшая собачка, которую мой муж подарил мне на 8 марта, много лет назад. Приехала Молли из Америки, поэтому они такого странного окраса. Да, странного. Да, про окрас все говорят. Ну, потому что в Америке это распространенный окрас. Я влюбилась в Моль, и на 8 марта она приехала к нам домой. Сама от себя не ожидала, что влюблюсь в Чихуахуа. Каждый из моих родственников, дети, зять, мама моя, моя сестра, все захотели срочно себе маленькую Моль. Чем сподвигнули меня? Повязать. Да, Софиша? Повязать Моль с кем? Ну, у нее был шикарный муж, его звали Христос, это все решило. И Христос с Молей в один прекрасный день поженились и родили нам чудо-малышей. Через год, как ты сама знаешь, все, у кого было один, сказали, что им мало. И попросили сделать два. Да. И теперь у нас это были два помета. Два помета Молли, потому что больше они хотели иметь детей. У всех по два и хватит. Вот так и появились сначала Эйван. Эйван такой мой любимый, очень похож на маму. А потом Софиша, она копия папа. Наша родилась. У нас эта, которая будущая звезда. А папа сейчас в Америке у нас. Папа в Америке. Вот так вот. Папа в Америке. Вот такая вот история. А вот она, наша таточка, волшебница. Покупаешь себе маленькую собачку? Хотя сам раньше не верил в эту сказку, что маленькие собачки. А потом читаешь про чихуахуа и понимаешь, что у каждого должен свой чих. Для прямой связи с космосом. Да. И начинается, и у тебя в семье оказывается... Очень много чихов. Очень много чихов. Пшенулик. Соскучилась. Это я не видела их 3 года. Соскучилась. Ну, вот так вот. Вот такая вот история. Познакомились вы с нашей так называемой бабушкой Софией. Бабушкой. Мои внуки. Бабушка. Мои внуки. Пойдемте кушать уже. Господа и дамы. Вот так вот бабушки встречают внуков с таким шикарным столом. Немножечко снять. Эйван, давай, иди скорее. Эйван, правда, как человечек? Эйван, нет, спасибо. Да, все? Все? Эйван, вот бы этот стол правда был для нас. Да уж. Ну, в смысле, все это можно было бы слопать. Жалко, нам такое нельзя. Да, это двуногая еда. Ты имел в виду для двуногих? Встречали. Надо быть Софией Эйвена, чтобы бабушка вас так встречала. Да. Срочно превращайтесь. На секретную миссию. В Санкт-Петербург. Тренируйтесь доить коз, кормить кроликов. Такая собака. Красавица. Мы остаемся на хозяйстве, а наши... Таточка, бабушка наших детей уезжает на секретную миссию в великий город Санкт-Петербург. Пока-пока! Пока-пока! До свидания! А мы остались следить за сеном. Бабушка Софии Эйвена попросила нас дождаться ее, и потом мы вместе сходим на кладбище к маме Софии Эйвена Молли. Каникулы бабушки продолжаются, а вы улыбайтесь и относитесь к жизни с позитивом. И будет вам счастье! Лови! Опс. А в следующих выпусках смотрите. Супер розыгрыш с кучей призов и возможностью попасть к нам в видео. Мы с Софи на хозяйстве. В Синбернарваре. Вельшкорги купаются. Баран наехал на Софи. И много-много всего интересного. И жизнь котика. Мяу. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.